Нарисовать прыгающий мячик. Открываем новый проект. Рисуем мячик. Начинаем от нижней поверхности. Вверх он будет лететь полсекунды. Вниз возвращаться еще полсекунды. Разворачиваем слой. И здесь добавляем in quadr. Видно, что скорость у нас будет все время увеличиваться намного, чтобы она уменьшалась. Поэтому делаем наоборот. Out quadr. А здесь наоборот делаем in quadr. Правая кнопка мыши. Правая кнопка мыши. И in quadr. Здесь будет скорость уменьшаться, а здесь увеличиваться, возрастать. И пробуем. Верхние точки замирают на какое-то время. Если поставить, чтобы он отскочил у нас 5 раз, то получится такой фильм.